10 знаменитых прорицателей. На первом месте Кассандра. Безусловно, нельзя не вспомнить о легендарной Кассандре, дочери царя Приама, которая изо всех сил стремилась предупредить троянцев о гибели легендарного города. Но последним легче было посчитать девушку сумасшедшей, чем поверить в то, чего они не желали. Второе. Бакис. Бакит – житель Древней Греции, первым из людей, составивший сборник прорицаний. Бакита вдохновили нимфы, рассказавшие ему о будущем, походе персов на Элладу и других значимых для того времени событиях. Именем Бакида нередко называют всех людей, обладающих даром провидца. Третье. Василий Немчин. Василий Немчин – российский прорицатель, живший в XIV веке. Он предсказал приход к власти Петра I, Титана, который сделает Россию сильной державой. Четвертое. Нострадамус. Нострадамус – французский прорицатель, астролог и лекарь XVI века. Нострадамус составил 10 центурий, содержащих 942 катрена, с предсказаниями и пророчествами. Гонения на пророка заставили его зашифровать записи о будущих событиях. Все секреты Нострадамуса до сих пор не раскрыты. Монах Авель. Монах Авель Василий Васильев, русский крестьянин, живший в 1757 по 1841 годах, назвал современником дату смерти Екатерины II и Павла I, а также войну России с французами. Шестое. Григорий Распутин. Григорий Распутин – крестьянин, русский лекарь, наследник российского престола Романова, начало XX века. Предрек свержение царского режима, гибель венценосной семьи Романовых, приход к власти красных. Седьмое. Вольф Мессинг. Вольф Мессинг – еврей польского происхождения, предрекший падение Третьего Рейха. Эдгар Кейси. Эдгар Кейси – американский прорицатель, живший в 1870 по 1945 годы, предсказавший изобретение лазера, падение коммунистического режима в СССР в начале 90-х годов. Девятое. Ванга. Ванга – болгарское ясновидящее, выдающаяся личность 20 века. Предсказала поражение Гитлера во Второй мировой войне, приход в Болгарию красного режима, смерть Сталина, убийство Кеннеди, победу на выборах Ричарда Никсона и так далее. Ванга заявила о том, что Юрий Гагарин не погиб, а кем-то взят. Исследователи полагают, что речь идет об инопланетных существах. Десятое. Шейх Шарифу. Шейх Шарифу – уникальный мусульманский мальчик, родившийся в конце 20 века в Танзании, обладает способностью предсказывать будущее, заставил весь мусульманский мир говорить о своем даре.